В адрес нашей рубрики «Автохам» часто приходят отзывы. Это не только негативные, но и положительные. Некоторые даже предлагают помощь. От такой роскоши мы решили не отказываться. Поэтому сегодня мы проведем рейд с простыми автолюбителями, которые хотят изменить ситуацию на дорогах Саратовской области. Ну что ж, давайте посмотрим, что из этого получится. Алексей Цыганов – участник автомобильного сообщества Drive2Ru. Молодой человек уверен, сегодня на дорогах идет настоящая война. Водители противостоят пешеходам и наоборот. Борьба – это извечная, и, наверное, ее не победишь, поскольку народ сам по себе такой, что он, многие просто этого не осознают. Бабушка переходит дорогу в неположенном месте. Я останавливаюсь, открываю окошко. Почему вы переходите тут? А мне далеко идти до пешеходного перехода, мне отвечают. Долго кататься по городу нам сегодня не пришлось. Пару минут, и вот он, первый пешехам. Мужчина перебежал дорогу в неположенном месте и общаться с нами не стал. Так же, как и эта женщина, она тоже разговаривать с добровольцами не захотела. Спряталась в магазине. А вот за этим парнем, который перешел Ильинскую площадь, нам пришлось побегать. Почему вы перешли дорогу в неположенном месте? Ну, там удобнее перейти. Зачем? Вы подвигаете опасность в свою жизнь. И тем самым проблемы водителей. Ну, я же посмотрел, как безопаснее. Ну, а пешеходный переход находится в 20 метрах. Ну, холодно. Вы часто так переходите дорогу? Ну, каждый день два раза. Результатами рейда наши помощники остались довольны. Они уверены, что даже если один нерадивый пешеход после этого сюжета задумается о своем поведении, это уже будет огромный плюс. Если вы тоже хотите предложить нам посильную помощь и поучаствовать в такой вот народной дружине, то пишите нам на нашу электронную почту tvnews@tnt-saratov.ru. Сюда же присылайте ваши видеоматериалы. Давайте бороться с авто и пешехамами вместе.